Значит, для проведения данной операции будем использовать вот такой инструмент. Обычное лезвие, но новое, конечно, взяли. Потом можно скальпель в идеале, но скальпель, ну не было скальпеля. Взяли лезвие, ничего страшного. Теперь присыпка для ран с едоформом. Вонючая такая. Ну, кто занимается, в курсе. Ну и взял я еще в этот раз для, так скажем, для большей надежности. Вот такой дези-спрей. Засип. Антибактериальное средство, значит, оно имеет, во-первых, так, сейчас давайте мы прочтем, лечение животных, для свиней, лечение животных больных экземой, ля-баля, в том числе после кастрации, инфекционное поражение копыт, но это нам не интересно, в общем, имеет антибактериальный, противовоспалительное средство. Как мы его, в принципе, можно и до формы было обойтись. Ну, ему цена там 40 рублей или сколько было, гривен, говорю, рублей. В общем, не очень оно дорогое, поэтому я решил, что для, ну, для большей надежности используем его. Плюс оно, что хорошо, оно в распылителе, вот видите, вот таким вот оно выглядит образом, распыляется, везде зайдет, жидкое, в рану, везде, куда надо, попадет. Соответственно, мы получим максимально положительный результат. Ни воспаления не будет у свинок, никаких проблем у кабанчиков. Ну, вот такой вот набор нехитрых инструментов будем использовать. Соответственно, проведем кастрацию сейчас. Так, здравствуйте, подписчики. Что, нутряк чи что? Не знаю, здесь аут. Ну, не, евро. Значит, кастрируем поросят. Кабанчиков делаем из них. Процесс такой у нас не очень приятный, конечно, но необходимый. Для того, чтобы поросенок перенес все эти тяготы и невзгоды спокойно, мы его переворачиваем вниз башкой и фиксируем ногами. Значит, так называемая бескровная кастрация проводится в возрасте до 45 дней. Тут не надо нам будет не использовать никаких, ну, еще, да не жалко. Все. Вот эта вот дрянь синяя, это он антисептик там. Сейчас я покажу. Все. Значит, что мы делаем? Едоформом обрабатываем, а потом вот этим спреем. В принципе, достаточно было бы, наверное, едоформа. Но так как у нас поросята, ну, как скажем, это не вьетнамцы, которые ни хера не стоят. Белые, которые достаточно дорогостоящие удовольствия. Пошло не так, да, Петров? Да нет. Все нормально. Все нормально. Все оборвало. Семивод порвался, семитон. Прямо туда побольше этого самого. Все отлично. Так, ну вот все. В принципе, все, что захотели, мы сделали. Поросятки уже у нас кастрированные. Сидят. Посмотрим. Эти вон попадали, пыли покрупнее, как бы похуже перенесли, наверное. Но ничего, я думаю, все будет нормально с ними. Эти, видите, стоят, чуть помельче были. Я немного затянул, им уже где-то больше месяца. Желательно все это было сделать, как я говорил перед этим, до месяца возраст. Это Гаврюша. Гаврюша не кастрат. Гаврюша. Гаврюша мужик. А все остальные, ну, по-любому надо избавляться от яиц, иначе толку не будет. Мясо будет с запахом, его невозможно будет не сдать, не есть, только на мясокостный или на переработку на колбасный куда-то в полцены. Соответственно, эту операцию надо проводить обязательно.
Ну, в принципе, все. Операция прошла успешно. Я пронаблюдаю, посмотрю, что там будет через неделю, через две, как заживут раны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.